Вот так, эффектно сбросив покрывало, мы можем увидеть, что перед нами очередная новинка от компании Теплодар. Отопительная печь Верона. Сделана она из чугуна. Это цельнолитая печка. Никаких скрепленных между собой элементов. Единственный элемент, который к ней дополнительно навешивается и на нее устанавливается, это чугунная дверца со стеклом и 4 ножки. Многого рассказать про эту печь не получится. Она предельно проста. Внешне у нее классический вид. Дверца с такими ажурными вставками. Литые ножки. Крученая ручка. И единственное, что, на чем можно сделать акцент, это боковые стенки, имеющие внешнее и внутреннее оребрение. Это должно придать печи максимальную жесткость. Перед нами опытный образец, поэтому внимание не стоит обращать на эти шероховатости. В дальнейшем будет отлита качественная форма, и по ней уже изготовлена целиком топка печи. Заявленный объем, на который рассчитана эта печь, около 150 кубических метров. Но будут проводиться еще дальнейшие испытания, и опытным путем будет установлен максимальный объем помещения, на который она будет рассчитана. Ну и так понятно, что эта печь довольно большая, в ней очень глубокая топка, около 50 сантиметров, то есть полноразмерные дрова в нее входят. Ну и это чугун. Цельная топка говорит о том, что эта печь будет практически вечной и будет служить детям, внукам, правнукам. Мы уже знакомы с качеством литья компании Теплодар по печам Былина, и это позволяет судить о том, что в будущем эта печь, конечно же, примет такой более солидный, серьезный облик. Качество будет другим, совершенно другим. Это опытный образец. Ну и, конечно же, мы вместе с вами ждем появления печи Верона от компании Теплодар в магазинах Фарнакс. Поэтому, чтобы не пропустить ее появление, подпишитесь на наши социальные сети, ну и, естественно, оставайтесь на канале Фарнакс Филм.